Глава Владивостока Константин Шестаков представил отчет о работе администрации за 2022 год. Он отметил, все, что было сделано в городе, это заслуга большой команды. Благодаря поддержке депутатов, общественников и активных неравнодушных жителей на свет появилось множество проектов. В своем докладе Константин Шестаков особенно выделил темы дорожного строительства, обновления парка дорожной техники, общественного транспорта и благоустройства, так как именно по этим направлениям жители города обращаются к властям чаще всего. Например, было создано 5 километров выделенных полос, а 100 новых автобусов вышло на линии. Также создан центр организации дорожного движения. Без этого дополнительного финансирования мы обновили 10% городского автопарка. Из них 30% автобусы большого класса. А каждый автобус стоит от 10 до 15 миллионов рублей. Предприниматели вкладывают в это направление средства, а значит, они поверили в возможность системной работы с администрацией города Владивостока. Коснулся мэр и вопросов благоустройства. Сквер с китами, спортивная набережная, проект на сопке «Бурачка», который вошел в 10 лучших в России. А в 2022 году по проекту «Тысяча дворов» обустроили 165 придомовых территорий. В этом году планируется не менее 160. Также совместно с ТОСами в 2022 году реализовано 34 проекта благоустройства. Сегодня в этом направлении город поддерживают и на краевом уровне. Благодаря совместной работе с правительством и губернатором Олегом Кожемяко удается достигать серьезных результатов. Также одним из ключевых вопросов для развития города Константин Шестаков назвал образование. В 2022 году было создано несколько образовательных комплексов, ремонтировались и строились детские сады и школы. Появляется новое оборудование и форматы обучения. В школу пришло на работу почти 200 молодых педагогов. Смогли доказать за это время, что направление перспективное, заработная плата хорошая. Как бы те преференции, которые мы даем, как бы они достойны. Отдельное внимание мэр уделил перспективам развития города. Сегодня основные проекты сформированы в мастер-плане, который будет презентован на ВЭФ-2023 при личном участии Владимира Путина. Анна Дьякова, новости на Восьмом.